Так, ну что, всем привет! Новый ролик про Запорожец. Вчера было поздно, не стал уже снимать вторую часть. Вчера были покатушки. А сегодня у нас будет, ну там, ремонт, доработки. Достал кое-какой хлам. Вон он лежит, хлам, который на металлоприемке нашел. Сейчас будем подбирать, смотреть, что подходит на Запорожец. Вчера нормально доехал. Немного, конечно, он заедает этот ускорительный насос. Давишь, он... Кто глохнет, то этот. В общем, провалы. Ну, выехал с этого огорода, доехал, все нормально. Хлам будет этот перебирать, который вот лежит. Надо будет посмотреть, что подходит на Запорожье, что не подходит. Так что будут небольшие доработки. Там, кстати, на Запорожье ручки сломаны. У меня вот две ручки лежат. Ну, так сказать, стройки снял их. Как раз две штуки остались, я думаю, может их поставить на Запорожец. Со стороны водилы там она целая, ручка пластиковая, а со стороны пассажира там сломана. В общем, посмотрим, может поменяем. А так, в принципе, смотрите, сколько у меня хлама собралось. Думаю, все это продать на ретро-барахолке. Вот уже карбюратор подготовил, отмыл 21.05, поменял прокладки. Хочу поставить на Запорожец. Ну, правда, у меня еще пластина нет. Пластину надо найти будет, чтобы она подошла. А карп есть, он уже все промытый, все отлично. Потому что тот карбюратор у меня, если честно, заколебал. Он глохнет, то этот. Здесь две камеры. Ну, с этим карбом, я думаю, он порезвее поедет. И на него и прокладки продаются. На тот карбюратор прокладок нет. Вот такой вот паучок. Тоже думал, может поставить на Запорожец. Не, лучше на классику поставлю. Он не вписывается туда. Там же все почти под сток. Кстати, вы видели, я на Запорожце сделал вот такую вот насадку. Металлические трубки нашел вот такие. Под хром, нержавейка. И заварил их вместе. Смотрится прикольно. Вот еще осталось немного. Я вообще хотел вот так вверх сделать трубы. Или как бы в сторону. В общем, не стал делать. Оставил как есть. Ручки вот такие. Вот одна треснутая, правда. Я их на Авито продавал. Что-то никто не покупает. Так. Еще кое-какой хлам. Пепельница. Вот сколько у меня клюшек есть от классики. Раньше их искал, не мог найти, сейчас их дофигища. И вот есть оригинальная. Ну, под кнопку. Под хром. Зеркало. Вроде все. Вот шильдик Audi есть. Правда, треснутый. Больше ничего хорошего. Хотел поставить на Запорожец. Там же одна кнопка. Сейчас посмотрим, получится, не получится. Я, кстати, пепельница тоже была от 11. Я ее уже поставил. Вы, наверное, вчера видели. Пепельница стоит. Сейчас покажу. Так, вот она, пепельница. От 11. Подошло идеально. Здесь же дыра была у меня просто. Сейчас покажу, как я ее поставил. Вот она, пепельница, которую я нашел на свалке год назад. Здесь была вот такая вот дырища. Ну, дыра была. Я сначала думал, может, какое радио здесь должно быть. Потом вспомнил, что у меня пепельница есть вот такая вот. Ну, она идеально подошла. Я даже не ожидал. Я думал, на Запорожец не было пепельниц. Вот видите. Она вся под хром, все идеально, здесь под хром. Кстати, вот у меня есть тормозной цилиндр один, новый. А, кстати, тормоза появились. Хоть не такие сильные, но вот с третьего качка
начала уже машина, ну, сама тормозить. Вчера вот под вечер пробовал. Раз, давлю и смотрю, она тормозит. По итогу, оказывается, может, эти поршни разработались. Вот сюда хочу поставить вот это, ну, под кнопку. Здесь же у меня стоит обычно черная. Под хром она подойдет, нет? Что тебе надо, рыжик? Да, руль еще, вот смотрите, какой кривой. Машина же ударенная у нас была. И руль, вот видите, трещина. Я думаю, сюда может какой-нибудь с разборки руль поставить, спортивный. Что это, треснутый весь? Все идеально зашло. Лишнее убрал там эти усики. Ну-ка. Черная. Так. Ну все, идеально стало. Тут, конечно, хром уже начал этот сыпаться. Ну а так лучше видно. Сочетается. Здесь хром. Здесь хром. Хромовые часы, ободок. Пепельница, главное, идеально стала. Все, чики-брики. А, кстати, вот ручка еще сломана. Надо сделать будет. А и, кстати, вот. Я же вам только что показывал ручки, которые там нашел. Вот видите, здесь ручки какие. На проволоке замотаны. Они вот так вот болтают. На, подойдут, нет, те ручки, которые вот я с коробки достал. Надо посмотреть потом. Также здесь, вот видите, ручка раздолбана. Вот, видите, здесь самодельное крепление. Ну, треснул вот этот пластик. За сколько лет? За 35 лет. Машина же не новая, 86 года. Так, вот ручки вот такие вот, не знаю, ржавое все, открутится, не открутится, выдержки нету. Может, поменяю ручки. Кстати, зеркало вот сюда вот смазал, оно теперь, когда едешь, вот так вот от ветра складывается. Надо открутить, будет подтянуть. И еще печальная новость, которую я краской красил, заборной, обычной эмалью, она вся начала трескаться, смотрите. Вот видите, здесь трещина. Вот здесь вот трещина. В основном, где был один слой, она все... Брызговики не стал на Запорожец ставить, потому что они бы вчера оторвались. Я там посмотрел, там... Вчера посмотрел, одно крепление там погнулось. Если бы мы их вчера поставили, я бы их точно бы там оторвал, потому что такие кочки были. Пока эти брызговики лежат, пока не буду ставить. Также вот сигнал с Запорожца снял. Хочу их поставить по-другому. Потому что когда тачку красил, я их все, ну, в общем, все поснимал, чтобы не закрасилось. Думаю, может их продать, нафиг они нужны. Я их, по-моему, рублей за 700, что ли, взял. Или за 1000 рублей, не помню. Но здесь надо по-другому делать. Потому что на стандартное место подключаешь на Запорожец, они не такие громкие. Надо делать отдельную кнопку и через реле, чтобы громче они были. А так они... работают, но звук не такой громкий. А вот напрямую к аккумулятору подключаешь, звук такой громкий. Вроде крутится. Да. Заржавело хорошо. Откручивается-то откручивается, но вот эта часть вообще заржавела. Ни хрена не идет. Надо бы смазать, конечно. Так, ручка подходит, нет? Вроде подходит. Раньше запчастей не было, наверное. Делали как умели. Из того, что было. Вот, пожалуйста, видите, все потрескалось. Сейчас поменяем. По идее, должно подойти. А может, не должно. Блин, не подходит. Придется на саморез сажать. Блин, карта будет портиться.
что делать. Я обрадовался, думал, подойдет. Как-то хрен там. Блин, по итогу ручка не подходит сюда. Ну вот, одно отверстие подходит, а второе не очень. Сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас это снимем. Поменяем тоже. Да что такое? Как она снимается? Приблудана. Что-то не пойму. Не как на классике, что ли? Какая-то шайба. А, понял. Обычно стопорное кольцо. Вот так она и снимается. Так, нашел ручку пластиковую, новую. Сейчас будем менять. Хром не буду ставить. Старая, вот она, сломанная. Ну, подходит. Красота. О, идеально. Все работает отлично. Да, с ручкой, конечно, проблема. Как ее поставишь? На одном болту оторвется она. Можно, конечно, от шестерки поставить такую. Но здесь она некрасиво будет. Но она, конечно, удобно закрывать. Или купить в магазине обычную ручку дверную. Закрутить. Кастомную сделать. Сейчас что-нибудь придумаю. Родные болты, видите, кривые. Лучше не буду ставить. Другие поставлю. Так, один подходит. Надо шайбу. Все, сделал по итогу. Вот ручка большая, конечно, отверстие одно не подходит. Но чем такую страшную, лучше. Пришлось карту испортить. Получилась маленькая дырочка там. Здесь она стала на родное место, а здесь вот пришлось в железо закрутить. Ну, через карту вот родная дырища. Отверстие. Сейчас все прочно, она крепко вообще. Не оторвать ничего. Ван пойдет. Я, конечно, хотел эти карты, может, кому-нибудь продать с салоном. Но салон тоже не идеальный. Вот здесь вот, видите, тоже пробит сиденье. А, ладно, маленькая дырочка, может, зашпаклюется. Сейчас с той стороны тоже поменяю ручку. Так, ну все, ручка стоит, сейчас мы ее полирнем, и будет как новая.
Так, все, ручка чистоган, стоит крепко. Этот хлам выкидываем. Здесь все работает. Пепельница стоит. Газетку сейчас уберу, там тормозуха капала, поэтому газетку там покидал. Отлично. Небольшие недочеты убрал. Можно дальше кататься. Так что на сегодня все. Так бы я еще снял какие-нибудь доработки, ремонт. Ну, видите, сейчас в деревне дела. Надо по хозяйству там кое-что сделать. Также вот я на Шохе выезжал. Шестерка тоже будет в роликах. Но у нее тормоза я все прокачал. Тормоза работают. Шаровые вот нашел на чердаке. По-моему, это нижние. Какие-то шаровые, старинные. С болтами, все дела. Вот шаровые надо будет поменять. Подвеска скрипит, тормоза. Главный цилиндр я поменял. Ну и в следующем видео все расскажу. Так что, может, в следующем ролике будет покатушки на шестерке. Ну и ремонт. А так, в принципе, на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. Это уже два видео получилось. Будет что интересное, обязательно буду снимать. Есть кое-какие планы. Всем удачи и до следующего видео.